Тобли. Футбольный клуб. Футбольный клуб «Фундамент». А, да, это ерунда. Футбольный клуб «Фундамент». В той лиге играет футбольный клуб, в который Газмяс, да? Ну, наверное, скорее где-то всего. Где-то вот там, да. Приблизительно. Мы снимаем программу, называется «На экзамен». Судя в чем? Вспоминаем школьные дисциплины, вспоминаем математику, физику, географию. Все это, все эти предметы, которые мы изучали в школе. На смекалку. Да, на смекалку. Абсолютно верно. И я предлагаю вам прямо сейчас определить тему, дисциплину нашей сегодняшней программы. Для этого необходимо вам вытащить билет. Вытягивайте. Вот так, прекрасно. Билет по? География. По географии. Как у вас в школе с географией было? Ой, не отлично, наоборот. Что, не любили географа? Не-не-не. Потеряли все атласы? Да-да-да-да. Три вопроса, три правильных ответа. Я вам дарю аромафишку от наших партнеров торговой марки «Аромик». Вот так вот она выглядит. Аромафишка с ароматом кофе, с нашим логотипом. Что может быть лучше? Отвечайте неверно, приседайте 5 раз. Ну, хорошо. Здорово, а мы будем смотреть и смеяться. Ну что ж, понеслась. Самая высокая гора Японии. Якузима. Якузима? Фудзияма. Фудзияма. Фудзияма, да. О, я же не географ. Дам подсказку вам. Вторая часть названия этой горы, она связана с местом, куда можно упасть и сломать себе ногу. Яма. Яма. Это вот вторая часть. А первая? Йоко. Токо. Токо-яма. Йоко-яма. Нет. Есть марка телевизоров японских. Sony. Еще. На F начинается. Фуджи. Так, хорошо. Добавляем. Фудзияма. 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 Слышишь? Родили. Да. В каком городе находится Пизанская башня? В каком городе? Да. Ну, в Пизе. Правильно. В Париже. В Париже, Пизанская башня? Там же Эйфелева башня находится. О, видишь как. А Пизанская? Пизанская, она под наклоном стоит. Она думает. Куда наклоняется? Не знаю. Пиза. И столица Грузии? Тбилиси. Тбилиси, да? Верно. Тбилиси. Это ж Мишка. Наш Мишка. Откуда? Оттуда. Олимпийский, да? С грехом пополам ответили на 3 вопроса из 3. Делаем пополам? Делаем пополам. Половину фишки мне, половину вам. Так и разойдемся. Возьмите билет, сделаем фотку. Скажите 4. И улыбнитесь так, как будто вы познакомились только что с пышногрудой блондинкой. А я расстроюсь, потому что я с ней не знаком. Все, экзамен сдан.